Привет, я Аня, я из города Киева. Всем привет, меня зовут Могилев Александр, я из города Кандалакша. Я не люблю готовить. Ненавижу кашу с комочками. Обожаю котов. Люблю собак. Я очень люблю танцевать. Люблю своих родных и всех, кто рядом. Вообще люблю людей. Нам друг с другом очень повезло. Да, и я считаю, что да, мы сильная пара. И у нас очень крутая постановка, ставит нам Артем Волосов. Идея нашей постановки – это больная влюбленность. Он такой весь чистый, добрый, а она такая хитрая, страстная и садится ему на голову. Даже мне страшно становится. Ты же хороший. Ну, я думаю, Саша покажет еще характер свой. Прекрасный наш хореограф. Добил нас за 2 недели. В тот момент, когда Аня не у меня на одной руке или крутится у меня где-то на одном пальце, в это время я ее ловлю. Если я ее не ловлю и не приземляю, не поднимаю, не швыряю и не держу какой-то поддержки, в это время я прыгаю какой-нибудь нереальный прыжок, либо я качусь по полу, и мне нужно уже ловить Аню. Это не просто на уровне, а слово жесть, когда все понятно. Будет чуть закручено, но это для того, чтобы чуть-чуть поработать головой. Художник, когда рисует картину, не допускает бессмысленных мазков. Каждый жест, каждая поза что-то означает. Давайте смотреть глубже.